Только за 2023 год бойцы иркутского ОМОН-УДАР задержали более 500 подозреваемых в тяжких преступлениях и правонарушениях. Они уже 35 лет стоят на защите нашей страны. Сегодня в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова чествовали сотрудников спецподразделения Росгвардии. Благодарности вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель законодательного собрания Александр Ведерников. Присутствующие в зале также почтили минуты молчания память тех, кто погиб, выполняя боевые задачи. Сегодня отряд является лучшим среди аналогичных структур в Сибири, а также признан одним из лучших в стране. Отряд наш, он считается самым большим на территории Иркутской области. Сегодня проводим торжественное мероприятие, будет присутствовать очень много у нас гостей, будет присутствовать очень много подразделений. За свой отряд скажу следующее. Отряд очень хороший, отряд боевой. Вот отряд прошел Северо-Кавказский регион, вот эти локальные наши все мероприятия. Более 215 сотрудников отряда награждены государственными наградами и медалями. Это показатель важной оценки государства вашей работы.